Продолжаем выпуск. Правительство подготовило проект постановления о продлении срока нынешних порогов достаточности пенсионных накоплений. Принять его обещают уже в ближайшее время. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. По его словам, свыше 600 тысяч казахстанцев уже воспользовались пенсионными излишками. Это больше 2 триллионов тенге. При этом он напомнил, что использование сверхпороговых сумм значительно сокращает размер будущей пенсии. Поэтому мера эта вынужденная в интересах будущих пенсионеров. Решение, значит, в отношении увеличения порога было как раз-таки направлено последующим на обеспечение гарантии минимальной пенсии в будущем. Это время тоже наступит. Об этом население нашей страны не должно забывать. Президентом страны Касым-Жомарт Кемелевичем было принято решение до 1 апреля продлить действующий порог. Он как раз направлен, значит, с учетом, во-первых, просьбы жителей нашей страны. И, безусловно, конечно, направлен на то, чтобы категория тех людей, которые не воспользовались, которые сегодня остро нуждаются, значит, решение своих, возможно, жилищных проблем. Еще важнее, конечно, это касается здоровья, чтобы они дополнительно воспользовались теми возможностями, которые у нас будет теперь, значит, до 1 апреля.